На конкурс дети читают стихи. МБ ДОУ 51, детский сад «Родничок», село Кагальник Азовского района. Котенко Ксюша, 6 лет. Снежинки, Сергей Козлов. За окошком вьюгу, за окошком тьма, глядя друг на друга, спят в снегу дома. А снежинки кружатся, все им нипочем. В легких платьях скружится с голеньким плечом. Медвежонок плюшевый спит в углу своем и в полухо слушает вьюгу за окном. Старая седая с ледяной клюкой вьюгу ковыляет бабою ягой. А снежинки кружатся, все им нипочем. В легких платьях кружится с голеньким плечом. Тоненькие ножки, мягкие сапожки, белый башмачок, звонкий каблучок.